Об эффективности работы образовательных учреждений и качестве подготовки кадров шла речь на аппаратном совещании в администрации региона. Проходило оно по уже сложившейся традиции в режиме ВКС. Первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Вадим Соколов отметил важность такого нововведения, как демонстрационный экзамен. В последнее время здесь внедрен ряд важных новаций. В частности, речь идет о таком новом механизме, как демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, который обеспечивает качественную оценку профессиональной компетенции выпускников. Проведение демонстрационного экзамена позволяет не только определить рейтинг образовательных организаций, но и служит повышению престижа рабочих профессий, специальностей среднего звена, приближает образовательные организации к потребностям экономики региона, служит ее кадровому обеспечению. Напомню, сейчас в регионе проходит 6-й чемпионат профмастерства WorldSkills. Среди участников почти 200 студентов, 90 школьников и 25 профессионалов в возрасте старше 50 лет. Завершится региональное испытание 18 февраля.